Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Итак, давайте смотреть новинки вместе. Прежде всего, я хочу обратить внимание на товары к Дню Святого Валентина, ко Дню Влюбленных. Я уже показала очень много товаров к этому празднику. И в каждом магазине что-то новенькое. Подсвечник сердце 9 сантиметров. В двух цветах, изготовлен из доломита, красиво, за 99. Кружка с крышкой и ложкой за 199. Очень симпатичный лисенок, птичка. С крышкой и ложечкой. Ложечка тоже такая же из доломита. А это держатель для фото единорожек. За 77. Огромное сердце. Подвесное за 199. С такими милыми прищепочками тоже можно что-то подвешивать, какие-то записочки, изготовленные из дерева, джута и стали. Мешочек подарочный в виде галстука. По крайней мере, мне так кажется. Видите? Изготовлен из полиэстера, эво и бумаги. За 27,50. И в таком цвете. Новинки для сада и огорода. Проращиватель для рассады 2,1. 21,5, 28,5 и 11,5 сантиметров. За 99 рублей. Разных цветов. Идеально подходит для рассады выращивания микрозелени без земли и удобрений. Здесь все поднимается. И там сеточка. Изготовлен из полиэстера и силикона. Изготовитель Китай. Нашатырный спирт. Аммиак водный, технический. 10%. За 99. Кокосовый торф. Для всех видов рассад, цветов, комнатных растений и грибов. За 51 рубль в брикетах. А также микропарник для рассады. С торфяными таблетками. Умный огород. За 51 рубль. Остальное я уже как бы показывала, и все с прошлого года. Смотрите, какая деревянная шкатулка за 199. Это тоже в стиле лофт. Состав МДФ. База. Состав стекло. Разные расцветки. А мне не очень нравятся. Они какие-то негладкие. Обычно берешь в руку, и она чувствуется, что какая-то гладенькая, красивая. А это что-то как-то не то. За 99. Я показывала как-то в своих видео вот такой кондиционер, роскошь масел.
у меня на канале Людмила Кравченко Лайф. Я покупала его и сказала, что я скажу отзыв. Мне очень понравился. Хороший. Я брала себе такой. Он никакой, можете не брать. Еще брала вот такой. Тоже не понравился. Никакой просто. А этот хороший. Волосы мягкие, хорошо расчесываются и не электролизуются. А теперь здесь появился еще и шампунь «Роскошь масел». Конечно, хорошо бы взять и шампунь тоже. 350 мл, тоже 99 рублей. Подумаю, может быть, я еще и шампунь возьму, чтобы было все в комплексе. И шампунь, и кондиционер. Мицеллярный гель для душа. Эко-контроль. Успокаивающий. С экстрактом хлопка. 400 мл, 55 рублей. И с экстрактом лотоса. Вот такой довольно-таки жидкий. А тот густой, который я говорила. Крем-мыло. Формула бережного ухода. Алоэ и цветки апельсина. 500 грамм. 51 рубль. И авокадо и чайное дерево. Девочки, кто брал вот такие скрабы, если не брали, не берите. После этих скрабов очень сильная у людей аллергия. Там, по-моему, даже кожу пожигали девчонки. Я смотрела отзывы. И вот именно я не, вот показываю сейчас малину, а там был томат. Ну, в общем, я вам не советую. Не берите. А вот этот супер кондиционер, французский аромат. Аромат бесподобный. Вот это я вам советую. Я постирала белье. Такой аромат ненавязчивый, не сильный, но в то же время очень-очень даже приятный. Галактика в безопасности. Межгалактичный воин. Смотрите, здесь три вида за 199. Музыка играет, свет от 3 лет. Обладает реалистичными звуковыми и световыми эффектами и двигается. В фикс-прайсе появились деревянные кубики. За 99 развивает моторику ручек, помогает изучать окружающий мир. И вот такие бывают. Фигурная ручка на пружине с подставкой. Синие чернила за 55. Чтобы вытащить ручку, надо нажать на попочку на животике, я так думаю. Да, она, по-моему, нажимается. Хватай и собирай. Пазлы с предсказаниями. Много различных. В комплекте 25 карточек с пазловым замком. Наверное, соберешь и получишь предсказание. А это, смотрите, игры с картами. Учим словарные слова. Здесь три игры, 50 карт в колоде. Эти за 77 рублей, а предсказания за 25-50. Смотрите, какие книги. Собери пазл за 199. Кролик Макс играет в прятки. В каждой книге есть фрагмент пазла. Подарок для кролика Макса, тоже с пазлами. Кролик Макс и снеговик. Большие пазлы, очень легко, мне кажется, ребенку будет собрать. От скольки лет здесь написано? От 0. Так что можно брать. У кого маленькие детки. А вот смотрите. Пушистые страницы, книга с тактильными вставками,
5 новых друзей. Познакомься и погладь. Офигеть. Смотрите. Вставочка. Вот цыпленочек. Пожалуйста, погладь. И он пушистенький. Давайте посмотрим, какие еще здесь есть. А, это утеночек. Господи. Так, что у нас? Барашек есть. Овечка. Пожалуйста, овечка. Мне самой даже интересно стало, что у нас коровка. Коровка. Там, значит, такие ворс такой большой, а здесь ворс маленький. Все как положено. Что еще у нас есть? Свинья, поросеночек. Гладенький. Отлично. А смотрите, здесь еще есть серый волк лохматый. Лисичка, панда. Вообще офигительные. Хорошие. Стоят всего 99 рублей. Хорошие книги. Обратите внимание. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. Всем привет. Я в магазине Fix Price, город Орск. Улица Просвещения. Итак, давайте смотреть новинки вместе. Прежде всего, я хочу обратить внимание на товары к Дню Святого Валентина, ко Дню Влюбленных. Я уже показала очень много товаров к этому празднику. И в каждом магазине что-то новенькое. Итак, подсвечник сердце 9 сантиметров. В двух цветах. Изготовлен из доломита. Красиво. За 99. Кружка с крышкой и ложкой. За 199. Очень симпатичный лисенок. Птичка. С крышкой. И ложечкой. Ложечка тоже такая же из доломита. А это держатель для фото. Единорожек. За 77. Огромное сердце. Подвесное. За 199. С такими милыми прищепочками. Тоже можно что-то подвешивать. Какие-то записочки. Изготовленные из дерева, джута и стали. Мешочек подарочный. В виде галстука. По крайней мере, мне так кажется. Видите? Изготовлен из полиэстера, эво и бумаги. За 27,50. И в таком цвете. Новинки для сада и огорода. Проращиватель для рассады 2,1. 21,5, 28,5 и 11,5 сантиметров за 99 рублей. Разных цветов. Идеально подходит для рассады, выращивания микрозелени без земли и удобрений. Все поднимается. И там сеточка. Изготовлен из полиэстера и силикона. Изготовитель Китай. Нашатырный спирт. Аммиак водный, технический. 10%. За 99. Кокосовый торф для всех видов рассады, цветов, комнатных растений и грибов. За 51 рубль.
брикетах, а также микропарник для рассады с торфяными таблетками. Умный огород за 51 рубль. Остальное я уже как бы показывала, и все с прошлого года. Смотрите, какая деревянная шкатулка за 199. Это тоже в стиле лофт. Состав МДФ. Ваза. Состав стекло. Разные расцветки. А мне не очень нравятся. Они какие-то негладкие. Обычно берешь в руку, и она чувствуется, что какая-то гладенькая, красивая. А это что-то как-то не то. За 99. Я показывала как-то в своих видео вот такой кондиционер «Роскошь масел». У меня на канале Людмила Кравченко Лайф. Я покупала его и сказала, что я скажу отзыв. Мне очень понравился. Хороший. Я брала себе такой. Он никакой, можете не брать. Еще брала вот такой. Тоже не понравился. Никакой просто. А этот хороший. Волосы мягкие, хорошо расчесываются и не электролизуются. А теперь здесь появился еще и шампунь «Роскошь масел». Конечно, хорошо бы взять и шампунь тоже. 350 миллилитров, тоже 99 рублей. Подумаю, может быть, я еще и шампунь возьму, чтобы было все в комплексе. И шампунь, и кондиционер. Мицеллярный гель для душа. Эко-контроль. Успокаивающий. С экстрактом хлопка. 400 миллилитров, 55 рублей. И с экстрактом лотоса. Такой довольно-таки жидкий. А тот густой, который я говорила. Крем-мыло. Формула бережного ухода. Алоэ и цветки апельсина. 500 грамм. 51 рубль. И авокадо и чайное дерево. Девочки, кто брал вот такие скрабы, если не брали, не берите. Они, это, после этих скрабов очень сильная у людей аллергия. Там, по-моему, даже кожу пожигали девчонки. Я смотрела отзывы, и вот именно я вот показываю сейчас малину, а там был томат. Ну, в общем, я вам не советую, не берите. А вот этот супер кондиционер, французский аромат, аромат бесподобный. Вот это я вам советую. Я постирала белье. Такой аромат ненавязчивый, не сильный, но в то же время очень-очень даже приятный. Галактика в безопасности. Межгалактичный воин. Смотрите, здесь три вида за 199. Музыка играет, свет от 3 лет. Обладает реалистичными звуковыми и световыми эффектами и двигается. В фикс-прайсе появились деревянные кубики за 99. Развивает моторику ручек, помогает изучать окружающий мир. И вот такие бывают. Фигурная ручка. На пружине с подставкой. Фигурная ручка на пружине. Что ты будешь делать? Фигурная ручка на пружине с подставкой. Синие чернила за 55. Чтобы вытащить ручку, надо нажать на попочку на животике, я так думаю. Да, она, по-моему, нажимается.
хватай и собирай пазлы с предсказаниями. Много различных. В комплекте 25 карточек с пазловым замком. Наверное, соберешь и получишь предсказание. А это, смотрите, игры с картами. Учим словарные слова. Здесь три игры, 50 карт в колоде. Эти за 77 рублей, а предсказания за 25,50. Смотрите, какие книги. Собери пазл за 199. Кролик Макс играет в прятки. В каждой книге есть фрагмент пазла. Подарок для кролика Макса тоже с пазлами. Кролик Макс и снеговик. Большие пазлы. Очень легко, мне кажется, ребенку будет собрать. От скольки лет здесь написано? От нуля. Так что можно брать. У кого маленькие детки. А вот смотрите. Пушистые страницы. Книга с тактильными вставками. 5 новых друзей. Познакомься и погладь. Офигеть. Смотрите. Вставочка. Вот цыпленочек. Пожалуйста, погладь. И он пушистенький. Давайте посмотрим, какие еще здесь есть. А, это утеночек. Господи. Так, что у нас? Барашек есть. Овечка. Пожалуйста, овечка. Мне самой даже интересно стало, что у нас. Коровка. Коровка. Там, значит, такие ворс такой большой, а здесь ворс маленький. Все как положено. Что еще у нас есть? Свинья, поросеночек. Гладенький. Отлично. А смотрите, здесь еще есть серый волк лохматый. Лисичка, панда. Вообще офигительные. Хорошие. Стоят всего 99 рублей. Хорошие книги. Обратите внимание. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. Я очень рада, когда пишут комментарии. По возможности отвечаю. А я вас сильно обнимаю и люблю. Пока-пока.